Россия распачала другую фазу войны, и Лукашенко явно гэтым не задаволены. Диктатор запужвае силовиков боевыми деяниями и знову нагнетаючи страх, маўляў, хочет, як во Украине. Тем часам ягоныя подначаленные робят смелые заявы и нават пагражают Захаду. Як читать гэткі политичны наратыў? Надзея Бельская. Другая фаза гэтых званай спецаперацыі, якую 18 красавіка анансаваў расійскі міністр Сергей Лаўроў, прымусіла афіцыйны Мінск заварушыцца. Вось што заявіў Лукашенко на наступны дзень. Может, кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот это тот путь безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Вот он тот путь. Так это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну. И я вижу, что происходит. Так лучше быть подальше от войны. Лучше, чтобы она у нас здесь не была, на нашей земле. Гэтыя словы Лукашенко казал падчас нарады з сілавікамі. То бок Лукашенко запалохвае сваіх красаўцаў вайной. З чаго можна рабіць выснову? Нават нягледзячы на тое, што тэрыторыя Беларусі выкарыстоўваецца як база расійскіх вайскоўцаў і адтуль ляцяць ракеты і самалёты, паўнавартаснай вайны там ніхто не хоча. Лукашенко, в принципе, сейчас начинает занимать все более и более дистанцированную позицию от Путина и от этой войны. Очень-очень показательна была встреча Путина и Лукашенко, где Лукашенко практически обвинил Путина в том, что тот втянул Беларусь в эту войну. И потом сказал, что он до сих пор не ввел белорусскую армию, потому что он должен защищать спину российской армии, чтобы никто не ударил в спину. И обратите внимание, какая сейчас риторика у Лукашенко, откуда он видит главную угрозу Белоруссии со стран Балтии и с Польши. То есть севера и северо-запада. И, соответственно, куда он часть войск перебрасывает? На север и северо-запад. Это говорит о том, что он не собирается в ближайшее время формировать ударную группировку и вводить свои войска в Украину. Днями держсекретар Совета безпеки Беларуси Александр Вольфович обвинователь Захад у замахах на Беларусь. Яны сваю інфраструктуру прыводзяць у адпаведнасць незразумела чаму. Напэўна, развязанне падрыхтоўцы да агрэсіі. Думаю, просты народ, польскі, літоўскі, бачыць тое, што адбываецца сёння ва Украіне. Якія разбурэнні, якая трагедыя, як гінуць простыя людзі на тэрыторыі Украіны. Спадзяюся, ён гэтага не захоча, таму што не атрымаецца так, што яны развяжуць агрэсію ў адносінах да Беларусі. І ваенныя дзеянні будуць праходзіць толькі ў Беларусі. Не, на іх тэрыторыі так само будут разбурэнні, гибель, выбухи. Гэтак Вальфович піярыцца, каже эксперт по Беларусі Центру усходніх даследаванняў Каміль Клысінскі. То бок гэткі месседж Крамлю. Запамінайце, хто тут самы лаяльны. Генерал Вальфович, он считается, это не секрет, одним из самых пророссийских генералов в белорусском генералитете. И его влияние в последние годы выросло. Особенно в последний момент, как бы в последние месяцы, на фоне, так сказать, беспрецедентного роста влияния России и российской армии в Беларуси, тоже в буквальном смысле, в смысле присутствия этой армии. Я бы даже рискнул предположить, что Вольфович не вынужден консультировать такие заявления с Лукашенко. Лукашенко может его даже не наказать. Но как наказать генерала белорусской армии за пророссийские высказывания в пророссийском духе? Для любого диктаторского режима силовый блок – это подмурок, на яким тримается улада. И коли Вольфович дея на суперок альбо навод без дозволу Лукашенко, это означает, что президентское кресло мощно захисталося. И у гэткую канву цалком уписывается месседж, який официйный Менск у особи Макея дослал Захаду. Лист со своеособливым закликом до перемовов и припынением санкций. Ну, знаете, если кто-то в Минске думает, что такой разворот, как это было в 2014-2015 году, возможно, сегодня, это значит, что этот человек просто совсем неадекватно оценивает действительность. Он вообще потерял связь с реальностью, потому что вот этот человек в Минске, он просто не знает, что... Или забыл, что Беларусь это страна, с которой готовилось нападение на Украину, да? Это страна, которая предоставила свою территорию для российской агрессии.
И при этом российская агрессия на Украину, в том числе ракетные удары, продолжаются с территории Беларуси. Тем не менее, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ не признала режим Лукашенко агрессором. Почему ОБСЕ так посчитала, не знаю. Может, некоторые политики, дипломаты в ОБСЕ подумали, что это может быть сигнал, оно это лично мое предположение, для переговоров с Минском, чтобы дать хотя бы зеленый свет, скромный зеленый свет Минску. Тем более, что Минск тоже высылает очень неуклюжие, но все-таки сигналы Западу, что хочет поговорить. Вот это письмо Макея с начала февраля, от 6 февраля, если я не ошибаюсь, который, как правильно подчеркивает Артем Шрайман, западные дипломаты слили, сознательно слили в СМИ. Это письмо, оно тоже показывает, что и Минск тоже смотрит на Запад, хотя не может ничего серьезного сделать пока с Россией за спиной. Но все-таки можно это и в таком контексте понимать. Метод Лукашенко тримать яйки у разных кошиках на урад ці спрацує тепер. Захад, особливо такая країна, як Польша, якая одна з перших почала приймати белорусских політутікачов, а потом глитнула мігрантського кризису, готовая до любых провокаций. Польша – это все-таки не Украина, да, и прибалтийские страны – это тоже не Украина. Все-таки есть международные гарантии безопасности для стран НАТО. Так что я не думаю, что какая-то реальная угроза, что там, российская вместе с белорусской армией решат нападать на Польшу. Но каких-то провокаций, даже каких-то ракетных ударов, я думаю, что никто исключить не может. Опошними тыднями у Польши разместили американские зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Тобок США, где одна из самых мощных выведок, добро разумеет, что погроза есть. Лезть в Украину НАТО, нашпихованной отповедной зброей, зарабить коллективное самогубство, как для Беларуси, так и для России. И как не запевнивал Лукашенко о своей верности Москве, он это добро разумеет.